Всем привет! Сегодня мы продолжаем работу над погрузчиком. Предыдущая серия была у нас рама, поставили на колеса, все, узел поворотный поставили. Сегодня продолжаем, зальем сейчас масло ТАТ-17 в мосты, установим коробку, все, и сцепление, тормоза и двигатель. И попробуем завести ее, зад-вперед проехать. Погнали! Заливаем ТАТ-17, как написано в регламенте, 1,3 литра в мост. Вот литровый бачок, сейчас мы его весь выливаем, потом еще 300 грамм. Густовато надо занести, бы нам нагрелся. Установим кардан от УАЗа. Здесь вот немного у нас не сходится отверстие. Напильничком их подточил. И ставим звезду. Звезда аддона. Здесь вот я срезал. Вот так она была. Я ее спилил, выбил. Знаю, что аддона, но не знаю, где устанавливается. 36 зубов. Тормоза с десятки. Вот тормозной диск установим. И суппорт. Сейчас вот шланг тормозной с трубкой соединим, чтобы не перегиб здесь. Никаких этих не было проблем. Вот главный от сцепления цилиндра. Но здесь вот не сходится. Здесь вот резьба мелкая, здесь крупная. Вот пришлось мне из шлангов переварить, из двух один сделать. Туда крупную, сюда мелкую. Так вот, будет у нас все дело. Затягиваем. Крепление у нас все из пятерок сделаны, чтобы не хлюпки такие не болтались. Сварной у нас хоть молодой, но первоклассный, со стажем. Продолжаем далее. Закрепляем трубку. Трубки-то они УАЗовские, такие от грузовых. Ну, в общем, из того, что было, делаем. Из того, что есть. Закрепляем бачок. Вот такую педальку мы сконструировали. Сейчас установлю на место, будет сцепление у нас. Пока без пружин. Вот. И здесь вот застопорим. У меня канав... здесь такой канавки есть. И... вот так вот будет у нас. Коробка, четырехступка. Сейчас мы вот крепление такое сделали. Привернем ее. И на место сразу будем. Вот этот узел я разбирать не буду. Сейчас просто расскажу. Сцепление в сборе. Два ручья шкив. Головка на 15. Выход на инша. 508 подшипник. Кому интересно, более подробно, я собирал экскаватор. Там все от и до написано. Ссылочка в углу. А сейчас мы ее ставим на место, а то потом мы ее не воткнем. Все у нас отцентрировано. Стоп. Так, все, есть. И делаем переднее крепление. Так, и здесь у нас как опорный подшипник еще крепится. И вот я сделал здесь 4 втулки, так как у нас здесь будет инша, и цепь у меня не проходила. Сюда вот ее поставим. Вот они как раз прямо по размеру. Цепь. Шаг 19. Никогда она не растянется. Вообще ставить на ижевский. Там сколько она идет? 15 или 16? В общем, около 15 с чем-то. 16. А это 19. А тут хватит для этого, для этой техники за глаза.
Алле. Здорово, дядь Миш. Привет, племяш. А чего в гости не заходишь? Что, подъехать в гости к тебе? Приезжайте. А чем-нибудь обрадуешь? Ну, не знаю, обрадую или нет, но кое-что покажу. Техник покажешь? Ну, конечно, я ребятам обещал тут, ты собираешь там Т-16. У тебя что, уже почти на ходу? Ну, сейчас я его как раз разобрал, в эти выходные буду красить. Ну, что сделал, хоть посмотрим. Ну, все, жду. Добро. Так, сейчас, ребят, небольшая пауза. Доедем до племяша, чем он там занимается, что-то очень интересно показать. Нормально, развернешься. Гремит чем-то. Алло! Здорово! Ну, здорово! Чего звонил, чем похвалишь? А? Опа, вон колесо уже, рулёк крутится у него. Ну, расскажи, похвались, что тут у тебя будет? Ну, руда железа, от которой... Получается, с Нового года я его начал делать. Делал в месяц 3 дня-4. То есть, вот после. Ну да, по выходным, когда приезжал. Это адаптер к мотоблоку. Тот у меня был, снимали задний. Он подцеплялся сзади. Это уже будет цепляться спереди мотоблока. И похож будет на трактор в простонародье Т-16, официант, попрошайка с кузовом. То есть идея неплохая, увидел нашего земляка. Ну, мешков 5 уйдет, да? Так вот, на вид. Ну, посмотрим, испытаемый. 5, не 5. Землю вы мне экскаватором-то погрузите, повожу. Обязательно. Возить найдем, что-то не проблема. Ну, вкратце, то есть, жигулевская колонка, жигулевские ступицы от классики заднеприводной. То есть, рама это 80/40 профиль, размеры все скажем. Потом, самосвальный, то есть, будет... Да, вот у него серьга. Здесь будет ручка, прямо хлоп, отцепил, разгрузил. Педаль заднего хода, ручка переднего. Но тормозов здесь не будет по факту. И в принципе на мотоблоках обычно не делают, потому что тормозят задней передачей. То есть выключил переднюю, нажал заднюю. Посмотрим. Ну, по трактору там пока что много всего набралось. То есть я начал делать и навеску, у меня уже она почти готовая, заготовки. То есть я нарезал, все уварил. Подшипники эти яблоки, купил резину перед, зад, сейчас вот изготавливаю диски, не знаю, может быть скоро выйдет серия про диски, снимем отдельно, то есть заказали на лазере среднюю часть, сердцевину диска вырезали со всеми отверстиями, осталось только сварить, получается передние диски 12 радиус, задние 16, по высоте также вот как и сейчас компоновка у вас, те жигулевские. Вот после колес можно будет делать передний редуктор, и уже, в принципе, ни в чем не упираясь, можно продолжать сборку трактора. Но надо время, сейчас начинается сезон, времени мало. Было мало, а будет еще меньше. Ну ладно, что, давай тогда. Счастливо. Удачи тебе. Постройки, мы погнали тоже делать. И вам удачи. Спасибо, подгоняй. Так, время будет. Спасибо за... рассказанное. Конечно, заходите. Почаще. Почаще. Ну вот короб установили мы. Вот такие болты. СССРовские еще. Точеные болты хорошие. Значит, болта, здесь поставил втулки, показывал я, чтобы цепь была в натяг нормально. Растянулся она тут, ей ничего не будет 100 лет. Сейчас на место цепь устанавливаем, что-то с маркировки смотрю, что-то не нахожу я. Ну, шаг 19, там сколько.
Так, все. Цепь на месте. Готово. Сейчас будем этот ставить. Вот этот опора. И она же служит для крепления НША. Вот это подшипник. Сейчас все одеваем. Крепится на 5 болтах. Так. Замечено ли? Видите, нас смотрите. Почему? Не до конца. Может, пробуем? Так. Сейчас мы установим двигатель. Двигатель мы заказываем на сайте, все инструменты. Дешевле, конечно, не нашли. 22 700, 15 лошадей в нем, Лифан. Двигатель, кому интересно, ссылочка будет в описании. Здесь вот у нас в аккурат подходит 14 швеллер. Прям как раз вот зазор здесь есть, чтобы он на весу был. Здесь восьмерка под двигатель. Ну и потом еще какие-нибудь косыночки сделаем, чтобы она не играла понадежнее. И со временем сюда бампер сделаем вот такой, чтобы он будет как противовес тоже. Теперь крепление двигателя установили мы. Вот у нас вот тут будет на этот, на генератор сделал сразу уже. Ну, краски не хватило, вот не подкрасил. Ну, не, ну ничего, потом подмажем. Сейчас ставим двигатель мы. Ебаная конь. Ремни валяются. Вот это надо быть. Ну что, ребят, тоже не позвонил никто. Сейчас вот надо отворачивать крепление насоса. Пять болтов. Да как затянули их хорошо. Ладно. Вот такая коляска. Так, вставляем. Все, на месте они. Должны были быть. Быть. Ну вот, уже есть они. Так, сюда, чтобы не мешались они. Опять устанавливаем на место. Закончили мы со всей трансмиссией, залили все масла, жидкость тормозной, двигатель поставили, бензин залили и рулевое управление. Полупьяный, конечно, у нас лежит. Ну и тут же ставим сиденье для нашего оператора. Так вот, сейчас попробуем на нем взад-вперед прокатиться, как он будет на этот. Пенечек вот принесли. Будет он у нас по ухабинам ходить как. Ну что, запускаем.
Вроде бы все проверили, нормально. Все видно. Пьяный рулет, конечно, мы ее поставим на место. Но прежде подготовили сиденье. Вот у нас сиденье, а такие. Такая небольшая, аккуратненькая. Пробовала семерки, но слишком громоздкая она. Сиденье-то и высокое, и сама по себе и широкая, и длинная. Вот самая такая аккуратненькая. Сиденье, мы обошьем ее. Ну и дальше будем продолжать. Вот такое у нас получилось видео. Кто не смотрел предыдущую серию, смотрите. Ставьте лайки, дизлайки. А кто не подписан, подписывайтесь. Мы с вами прощаемся до новых видео. Всех благ вам. Пока.